Поверь моему опыту, внук. Нет для хищной рыбы лучшей наживки, чем живец. Нет, живец это в прошлом. Сегодня лучшая наживка – это имино. Имино? Какая такая имино? Имино – революционное изобретение в рыбалке, ставшее возможным только в 21 веке благодаря прогрессу в микроэлектронике. Оно представляет собой запатентованную самодвижущуюся наживку в виде небольшой рыбки, управляемой электронной схемой, достоверно имитирующей живца. Конструкция имино относительно проста. Внутри водонепроницаемого корпуса приманки, выполненного в форме яркой рыбки, расположена управляющая электронная схема и электрический двигатель для хвоста, запитываемый от двух обычных батареек типа LR44. В воде электроника управляет движениями хвоста имино, и благодаря его колебаниям и генерируемому звуку создается убедительная иллюзия поведения живца, которая привлекает хищника. Конструкции также предусмотрены съемные хвосты различных цветов, форм и размеров, позволяющие изменить характер движения приманки в зависимости от условий рыбалки. Патентованная приманка имино высокоэффективна, универсальна и экологически безопасна, всегда под рукой и не попадает под запреты и ограничения на использование живца. Возможности использования имино на практике очень широки и дают множество преимуществ. При подлетном лове уже даже при взгляде сверху заметна разница. При ловле на имино руки у рыбака остаются совершенно свободными. Некритичны также навыки и опыт. Легко можно использовать несколько удочек или жерлиц. В отличие от другой искусственной приманки, под водой имино движется самостоятельно по горизонтали, копируя движение живой рыбки и дополнительно привлекая хищника звуком. Совершенно неудивительно, что рыбалка на имино менее утомительна, гораздо более интересна и эффективна. Во время летних тестов основная модель имино очень хорошо показала себя в режиме кастинга и троллинга. Так, во время тестов троллинга, помимо самого улова, мы обнаружили интересный факт. Благодаря звуку, который издает имино, и ее самостоятельным движениям, за ней просто гонялись стаи хищника. Этому факту имеется видеоподтверждение, которое вы можете найти на нашем сайте. При ловле на поплавок эффективность имино по привлечению хищной рыбы сравнима с живцом, но требует гораздо меньше хлопот. Здесь работают те же принципы, что и при подлетном лове. Но особенно эффективно имино показало себя при использовании в качестве плавающей поверхностной наживки типа поппер. С имино техника проводки становится вторичной и появляется возможность задерживать приманку в перспективных местах так долго, как это нужно для генерации поклевки. Имино делает эту часть работы за вас. Приманка сама движется по небольшому радиусу по поверхности воды, имитируя движение раненой или больной рыбки, бьет хвостом, а также дополнительно издает звуки, которые издалека привлекают хищника. Прототипы имино в течение 2 лет тестировались с нами в полевых условиях во всех режимах использования и показали очень высокие результаты. Высокая эффективность нашей приманки подтверждена множеством тестов, с видеоотчетами о которых вы можете познакомиться на нашем сайте www.imino.com. Поздравляем всех рыбаков! С изобретением имино, эра использования живца в рыбалке, а также и все связанные с ним неудобства, ограничения, запреты, наконец заканчиваются. У вас есть реальный шанс стать первыми пользователями новой приманки на хищную рыбу. Приманки, которая без сомнений совершит переворот в рыбалке. Надеемся на вашу поддержку. Имино. Приманка 21 века.